вы прилетели сюда? Why not? Почему бы и нет? Мне нравится. Я прилетела издалека, и я единственная участница из Великобритании. И я счастлива, что я здесь. Условия в соленой воде и речной абсолютно разные. Я много плавал в Южной Америке, где температура воды не опускается ниже 28 градусов. Здесь гораздо холоднее, плюс у Волги очень мощное течение. Для меня это что-то новенькое и одновременно сложное испытание. Надеюсь, что все пройдет отлично. Очень рад, что удалось приехать в ваш прекрасный город. Такие заплывы объединяют людей из разных уголков света, для которых плавание — это не только спорт, но еще и хобби. Поэтому это прекрасная возможность не только пройти дистанции, но и познакомиться с другими участниками. О соревнованиях я узнал из интернета. Идея участвовать в гонке на Волге показалась мне очень интересной. Тем более, что это международное соревнование. С одной стороны, так мы узнаем больше о людях, с другой стороны, мы общаемся с другими участниками, а это очень полезно, чтобы обмениться спортивной культурой. Кстати, через 2 недели я поеду в Санкт-Петербург, чтобы участвовать в заплыве и там. Волгу мне предстоит переплыть впервые, но 2 недели назад я уже переплыл озеро Байкал. Я увидел в интернете информацию об этом заплыве. Я люблю Россию, мне здесь все нравится, люди, организация. И очень надеюсь, что приеду сюда еще раз. Я люблю Россию. И люди я люблю очень. Challenge for me. Это испытание для меня. Плавание в холодной воде. Я не думаю о том, какое место в итоге займу. Я хочу поставить новый флажок на карте с отметкой «Я здесь был и плавал».